Всем привет! С вами художник-иллюстратор Кристина Колоскова. И я снова делаю обложку для ролика. Ролик будет с прохождением игры Diablo 3. Правда, в этот раз я тоже буду участвовать в прохождении этой игры. Совместное прохождение можно посмотреть на канале моего супруга «Тихое местечко». Ссылка будет в описании под видео. Заранее я себе приготовила картинки. Из них я соберу коллаж для обложки. А вот это изображение будет основным. И начну я с цветокоррекции. Хочу, чтобы обложка была в холодной цветовой гамме. Надо сделать изображение еще более мрачным, так что добавлю-ка я этому слою фотофильтр с холодными оттенками. То, что нужно. Пришло время добавить логотип игры. Изображение было на непрозрачном фоне, и использование инструмента «волшебная палочка» не дало мне нужных результатов. В итоге я решила повременить с логотипом и попробовать найти изображение без фона. Сейчас я позаимствую правую часть этого изображения. Сделаю ей цветокоррекцию и уберу ненужный фон. Возвращаюсь к логотипу игры. Изображение с прозрачным фоном мне удалось найти, так что теперь его необходимо немного подкорректировать. Для большей зловещности нарисую в глазницах монстра красное свечение. Ведь эта игра достаточно мрачная, а значит, и обложка должна быть соответствующей. Добавлю текст,
Для него я скачала специальный шрифт в стиле Диабло. С расположением текста всегда сложно. Оставлю его тут и продолжу собирать коллаж. А теперь начнется глобальная перестановка и миграция текста. А также мне не понравилось то, как я вырезала изображение и решила его переделать.
помощью стилей слоя приукрашу текст. Пришло время аватарок каналов. Честно, не знала, что с ними делать. Начала менять их расположение, а также расположение текста. Как ранее я говорила, с текстом всегда трудно. А тут еще нужно как-то расположить текст и картинку, которые взаимосвязаны друг с другом. Так что для начала я решила выровнять текст относительно аватарок.
Надо было как-то вписать в стилистику обложки аватарки каналов. И тут у меня родилась идея. А что если для этого использовать какой-то элемент из интерфейса игры? И мой выбор упал на панель с показателями здоровья, маны, ну и еще чего-то в зависимости от класса выбранного персонажа.
Крутила я их, стирала, что-то дорисовывала, и конечный результат меня все равно не устроил. Так что я все удалила и начала стилизовать текст.
А теперь надо как-то все приукрасить. Добавлю я искр, как будто они вылетают из огня. И, собственно, сам намек огня я сделаю с помощью текстурной кисти, ей прокрашу края обложки. Все-таки я решила вернуться к идее стилизации значков наших каналов. И мне как раз пришло в голову, как это можно реализовать. Thank you.
добавлю полосочки под значками, они уберут ощущение того, что иконки подвешены в воздухе. После небольших перестановок и уменьшения размера шрифта обложка стала выглядеть так. А также я еще сделала заключительный слайд. Пишите в комментариях под видео, понравилась ли вам эта обложка. А также не забывайте заглядывать на мой сайт и на канал моего супруга. Там можно посмотреть наше совместное прохождение Diablo 3. Если вам нравится мое творчество и у вас есть желание меня поддержать, то в описании под видео есть ресурс, где это можно сделать. Спасибо! Не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. С вами была Кристина Колоскова, всем пока!